Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Рустенда. Я продолжаю прохождение от Super Mario Bros. 3. Мы пойдем сюда, в Mushroom House. Почему я в прошлой серии не додумался, что можно просто пройти через эту трубу? Как ты меня нашел? Вот так. О! Костюм! Как раз поможет нам. Мне плавать надо будет сейчас. Я возьму сразу этот костюмчик. Давайте мы еще и звезду возьмем. Вот так. Пускай будет светиться. Бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро. Молния ударила Марио, да? Аж красный стал весь. Бэйк, бэйк, прыжок и сюда в трубу. Да, мы теперь можем точно плавать. Смотрите. Как тебе так? Как тебе так? Дурак ты. О, вот это уже при... Огонь? Кого мы возьмем? Нет, я лучше... Останусь Марио, так. Джиу. Зато так прикольно плавать будет. О, нет, рыба, отвалите от меня. Нет, нет, нет. Это подонок, это подонок, блин. Блин. Прижало меня тут везде. Да что тебе надо? Иди отсюда, иди отсюда. Иди отсюда, ва, куда подальше. Далеко, хоть на 1000 километров расстояние от меня. Там-там-там-там-та! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как я ненавижу это место тут! А куда? А куда? Вверх, вниз! Куда, 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 куда? Пошел отсюда! Куда? Подальше от меня! Нет, 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 нет! Нет, тушки! Иди, иди от меня! Куда подальше, придурок! Вот, что здесь? Что здесь, а, в этом блоке? Я хочу взять. А теперь мы поговорим с тобой на одном языке. Вот так. О! Вот так. Мне бы огонь не потерять здесь. Пошли отсюда, куда подальше. А тебе что надо, рыба? Рыба, я хочу тебе в рожу стрельнуть с огнем, с моей... На, как тебе так? Довольна ты теперь, а? Уже было оставлять меня в покое, было бы все в порядке. Че так сложно было? Может было в прошлой серии тоже так сделать было. Ну ладно. Зато мы взяли звезду Востоку, нашу любимую. Хоть один уровень прошли уже за эту серию. Это уже что-нибудь. Там, тарара, там. Так, куда мы сейчас пойдем? Замок или пиранья плент? Это что, уровень такой? Ладно, пойдем в замок. Тут что у нас есть? Тут ничего нету. Пойдем дальше, что ли? О, тут что-то, наверное, есть, да? И где мы теперь? Это чё? Это тот замок, где мне как-то летать надо? Или я могу тут факела поджигать, как в Зельде, да? Нет, не могу я поджигать факела. Окей, значит, пойдем дальше. Здесь врагов даже нету. Это уже для меня плюс. О, боже мой. Чуть не умер. Здесь сверху труба же есть. Я же могу... Нет, не могу зайти. Окей. Так что, отсюда надо туда прыгнуть? Что здесь в этом блоке находится? Огонь? У меня время 140 секунд осталось еще. А куда надо? Я что-то вспомнил. Мне кажется, мне надо в начало идти. Это зря я сюда пошел был. Ладно, пойдем сюда. И здесь где-то что-то должно быть спрятано находиться. Вот, 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 вот. Вот, вот это мне и нужно. А теперь идем сюда, в эту белую дверь. Что тут, босс уже? Какой там босс? Кажется, мне сюда вниз надо идти, в эту трубу. О, костюм, костюм. Костюм мне дали. Это прикольно. Так у меня время мало осталось, и мне надо быстрее. Так, теперь сюда пойдем.
90 секунд быстро надо. Быстро надо. Мне как-то. Мне вроде бы надо тут летать наверх, по-моему, да, так? Ну, мне время мало осталось вообще. Я не знаю, куда мне надо. Вот же была же дверь, блин, а. Ладно, возьмем разгончик и побежим, побежим, полетаем, летим, 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 летим. Вот сюда, в трубу в эту. Ты что, уже здесь босс? Да, только у меня время мало осталось. Быстрее надо валить мне его, как-то побыстрее завалим этого придурка мы. 54 секунды осталось. За почти 6 минут 2 уровня пройти, это нормально уже? Че, посмотрим, что это за уровень с цветком, который здесь. Так, тут что у нас? Если бы... Вот сюда. Ой, нет, нет, я ненавижу эту фишку с этого уровня. Ладно. Попробуй пробежись. Стой, 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 стой. Тихо. Уйди, 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 придурок. Уйди, уйдите от меня все подальше. Call of Duty, еще хуже. Все, 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 все. Дай мне финиш, дай мне финиш. А куда мне надо? Куда мне надо? Куда мне надо? Сюда, что ли? Дай мне что-нибудь здесь. Это хорошо. Это пригодится мне в последнем мире. О, боже мой. Я прошел этот дурацкий уровень. Это уже для меня плюс. Ту-ду-ду. Посмотрим, что это за труба. Куда мы попадем? Там же какой-то еще один Mushroom House был, я видел. Нет? Не эта труба? А какая? Вот это что ли? Ладно, скатимся вниз и пойдем сюда, в эту трубу. Где мы будем? Ага-ха-ха-ха! Да мне надо в 6-й уровень, наверное, пройти. Там какой-то еще один замок будет, да, по-моему. Вот, как в ту трубу попасть, чтобы попасть в этот одинокий Mushroom House? Я не знаю, как мне попасть туда. Ладно, пойдем. Поиграем у него. Попробуем украсть у него пару жизьки. Он же кошка, у него же 7 жизьки. О, почти гриб собрали. Гриб с звездой соединились. Любовь у них, да? Ладно, пойдем в этот уровень. Че это за уровень? Че это за уровень? Что? Сюда заходить могу? Это что, мина какая-то? О, эта штука обратно. Круто. Тра-ра-дам. Фух, меня это радует уже уровень, потому что здесь нету воды, нету автоскролла. Просто поднимаемся снизу наверх. Вот это такие, да, штуки. Ой, ай, блин, а. Только вот эти, если я ноутбуки вижу, меня уже тошнит. АП я использовать не буду сейчас. Или даже ту тучку, которую мы можем просто перепрыгнуть уровень. Ладно, пойдем сюда. И раз, и отсюда, отсюда. Окей. А это что за штука? Еще успел. А там что было в этом блоке? Хочу посмотреть. Да блин, я хочу посмотреть, что в этом блоке находится. Спасибо, что ты упал вниз, Марио. Это хорошо, что лава снизу не идет наверх. А то бы ор был бы тут настоящий бы. А, у меня скиллов здесь вообще нету. Смотри, Марио, здесь даже из трубы вода капает. Тебе надо сделать это. Ты же водопроводчик тут у нас. Так что это твоя работа. Чтобы тебе деньги получать. А, это такие! Это круто! Я обожаю это!
Монета там была только. Марио, прыгай сюда. И пойдем сюда. Тарарара. А, это мне надо вот так прыгать и потом поворачиваться лифт будет, да, в другие стороны. Во. Так. И пойдем сюда. А этот лифт иногда кончается. А, это я теперь не могу поворачивать лифт. Ой, нет. Я, кажется, понял, что мне надо делать. Черт, да? Кажется, так надо. На трубу встать. Потом сюда, на лифт. И потом с другой стороны подняться наверх, да? О! Тра-да-дам. О, это шикарные лифта здесь, а. Тап-тап-тап-там-нам-нам-нам-нам-на-на. О, я могу... Я хочу гриб взять, молодец. Ладно, пускай так будет. А это я могу управлять? Нет, не могу. О, это мне надо тот лифт брать. Окей, будем знать. Так, сюда надо. Сюда надо. Теперь поворачиваем его. И давай еще раз. Наверх, наверх, наверх иди. Молодец ты. Молодец ты. О, боже мой. Ой, блин. Ну, прыгай, прыгай. Хоть сделай добро, что-нибудь доброе дело, Марио. Ой, блин. Погоди, я хочу посмотреть, что здесь находится. Подожди. Монета? Я думал, там гриб находится. А это я могу управлять теперь. Ой, боже мой. Боже мой, боже мой. Уходи, уходи, уходи. Уходи. А, нет, нет, нет. Зря, блин. Запутался весь. К тому же финиш был, наверное. Ну ладно, хоть это не такой хардкорный уровень. Ладно, справимся как-нибудь. Хоть за серию будем хотя бы по 3 уровня проходить. Ту-ду-да-дам. Хотя это мало. 3 уровня за 12 минут. Ну ладно. Ладно. Вот сюда надо. Так, поворачиваем его. Тут надо больше концентрации, чтобы справляться как-то получше с этим уровнем, да? Так, где здесь гриб был? Здесь? Нет? Ладно, сделаем так. Ага, хоть мы ее убили. Тут тоже ничего нету. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тут что у нас? О! Да, я хотел бы в эту трубу попасть. Может быть, там какой-то секрет есть? Или это нужно было с костюмом делать? Дурачина ты, Марио. Какой ты, Марио, мудак становишься. Да вроде бы не такой сложный уровень. Что-то я не знаю, почему я вообще неаккуратно играю в эту игру. Ну хоть вы посмеетесь. Как я фейлю всегда в этих мирах. А то первые пару миров мы нормально прошли. Даже 5-й мир мы быстро прошли. Хотя бы нелегкий был. А тут теперь даже... Тут теперь такую, блин, стало, что вообще ничего не проходится теперь больше. Вот с F5 или вот F2, чтобы сохранять или загружаться, это я использовать здесь не буду сейчас. Да что ж такое ты, Марио, ты чё, прыгать разучился? А тебя же раньше назвали же Jumpman. Чё-то я вообще не вижу, чё ты джампаешь тут. То чё, значит, если мы на этом лифте подпрыгнем под бок, тогда исчезает что ли, или чё такое происходит? Тихо, тихо, сюда надо. Тихо, теперь будем осторожны. Теперь будем потихоньку. Это надо все равно четко это делать. Так. Ждать будем. Ждать. Потому что это зеленая пиранья Пленс. Она не выходит из трубы, когда я на трубе стою. Это только красные выходят каждый раз. Хоть я даже на трубе стою. Так.
Так. Окей. О, я думаю, сейчас в шип прыгну куда-нибудь, как-нибудь, да? Туп-туп-туп-туп-туп. Ай! Тут уже кончается эта штука. Теперь сюда надо. Так, сюда. И как-то вот так опрыгиваем. Сюда. Это теперь мы сами можем управлять эту штуку. Здесь туп-туп-туп-туп. Тихо-тихо, не зацепляй меня. О, тут уже финиш. Но я хочу в трубу зайти, Мари. О, какой ты идиот. Блин, там уже финиш был. Я возле финиша вздыхаю, блин. Уже начинает меня бесить эта игра. Потихоньку. Все равно будем проходить ее до конца как-нибудь-то. О! Пара нашла себя друг друга. Прощай. Марио, ты хоть научись делать что-нибудь правильно, я. Или я так неаккуратно играю. Может быть, я серьезно за пару дней то, что не снимал Марио, разучился играть в эту игру, что ли? Или что это значит? Боже мой, почему я шип не могу так убить? Это было бы прикольно. Погоди. Так. А что там в этом блоке находится? Может быть, там гриб какой-то есть? Ладно, не хочу я грибы использовать. Я так как-нибудь пройду. Мы же почти прошли были уровень. Это не хардкорный уровень. Просто у меня скиллы на нулю вообще. Та-да-да-дам. Прыжок. Так, теперь ставим ее сюда. Пойдем сюда. Боже мой. Марио, Марио, будь осторожен, будь осторожен. Пожалуйста, не вздыхай здесь, не вздыхай. Я хочу просто пройти уровень за эту серию, чтобы хотя бы можно было закончить. Нет, нет, какого хрена я. Ну ладно, пойдем сюда. Ладно, пойдем сюда. Как-нибудь мы пройдем этот уровень. Что так сложно было? Заходи в трубу и все. Вот. А тут что? О, финиш, финиш, финиш. Гриб. Ладно, пускай. Финиш, гриб. Фи-вит, да? Как Марио Вельди. Фи-вит он делает. Так, а куда мы сейчас попадем, если мы зайдем в эту трубу сейчас? Та-та-та-та-та-та. Так, может быть, попробуем еще один пройти уровень? Ладно, сделаем сейф и continue. О! 7, 8, 9, 4, потом еще какой-то цветок здесь, и уже и мы попадем потом уже, кажется, в последний мир, или это финал уже будет? Видно будет. Ладно, попробуем пройти этот уровень. Вроде бы он не такой сложный. Это мне надо быть. Нет! Это чё? Это чё? Star Run здесь, а теперь? Где звезда? Где звезда? Звезда? Ты куда? Боже мой! Какого хрена? Теперь мне прыжки надо, это чё теперь? Как же называется? Флэппи Бёрд? Если бы всегда бы звезды бы шли бы в мою сторону, было бы намного легче. Здесь мне просто бежать надо и все. Тап 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 там там тап там А в эту трубу я обратно не могу войти. Или я могу использовать костюм, да? А зачем я тут буду использовать, если я могу так даже пройти этот уровень? Просто так. Нет, 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 нет. Будем ждать. Будем вот так делать как-нибудь и сюда. Будем просто так бежать. Так, это вот так будем делать. Мари весь сверкает молнией. Молнией его ударили. Может быть, ума наберется. Тихо, 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 тихо. Вот здесь я
умер бы. Вот. Так, а тут что надо? Ты что, весь уровень был? О, дай мне жизнь. Жизнь-ку давай. Если бы грибка не было бы, была бы звезда, у меня было бы 88 жизни. Или 89 даже. Ну ладно. О, мемори мы можем поиграть сейчас. Только я забыл, где все находится. Открой две карты и найди пару. Я нашел уже пару. Марио тут. Да нет, шучу. Так, тут что у нас находится? Здесь что? Гриб. Где был гриб? Да звезда здесь. Да что ж такое? Где тут что-нибудь-то? Здесь монета. Где они были? Где? Здесь? Ой, блин. О, мы можем пойти в 8-й уровень. Или давайте мы сейчас сделаем вот это вот. Мини-гейм, да? Нет. Ладно. Вот эти вот уровни попробуем как-нибудь в следующей серии сделать. Давайте до следующего раза. Вашу сцену.